Представители малого и среднего бизнеса Башкортостана должны до 1 июля подать в налоговую службу данные о численности сотрудников за 2020 год. Об этом напомнили в Госкомитете Республики по предпринимательству. Иначе им грозит исключение из единого реестра МСП. Кроме того, рискуют быть исключенными из реестра компании и индивидуальные предприниматели, которые не передали декларации по прибыли и упрощенной системе налогообложения, а также не отвечают установленным критериям малых и средних предприятий. Если субъект малого и среднего предпринимательства не попадает в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, то, к сожалению, предприниматели не смогут воспользоваться теми мерами поддержки, которые есть. Это и вопросы по проверкам, отсрочки по арендным платежам, льготное заимствование, тарифы по страховым взносам понижены. Если сейчас Федеральная налоговая служба по тем или иным причинам исключит данные предприятия из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, то в следующий раз они смогут попасть только в августе. И 2 месяца страховые взносы придется платить по полным ставкам. Кроме того, индивидуальным предпринимателям в срок до 1 июля необходимо заплатить страховые взносы с дохода более 300 тысяч рублей за прошлый год. Напомню, взносы выплачиваются с суммы превышения, которая зависит от налогового режима.